утро! Это программа «Магия превращения». Для участия в проекте заполняйте анкету у администратора торгово-развлекательного комплекса «Маги-центр». Сегодня мы познакомимся с нашей новой участницей, а также увидим, как праздновал день рождения «Маги-центр». Меня зовут Аня, мне 21 год. Образование я филолог-этнограф, но я не работаю по образованию. В жизни я занимаюсь социальными проектами по такому направлению, как театр, и еще отдельно организация благотворительных поездок в детские дома. А что ты ожидаешь от этого проекта? Я ожидаю много каких-то новых впечатлений, ощущений. И еще я хочу все пробовать, все мерить и хочу много экспериментировать сегодня. А во что ты обычно одеваешься? Ну, обычно в жизни я люблю такую удобную одежду, потому что я очень активный человек, мне приходится много бегать, много общаться, и поэтому комфорт и удобство. Сегодняшняя наша с тобой встреча совпала с днем рождения маги-центра, поэтому это будет одно огромное приключение. Я бы тебе хотела показать, что с модой можно обращаться запросто, что неправильно выбирать себе в гардероб какой-то один стиль или один цвет, потому что можно тогда навсегда остаться в прошлом. Мы будем мерить много всего красивого, разноцветного, в разных фасонах и стилях. Ну что, в путь? В путь, я согласна. Так, ну для начала мы пришли в Ital Style, прекрасный магазин с хорошим ассортиментом, где мы можем есть вещи разноплановые, и мы можем выбрать тебе несколько разноцветных разных платьев. Я уже подобрала, вот, я хочу, чтобы здесь мы померили три наряда. Вот такое вот платьечко с пайетками. И под него я тебе выбрала вот такие вот лаковые ботильоны. И потом, когда ты все это примеришь, мы найдем тебе какую-нибудь под этот наряд сумку. Следующим платьем, которое я хочу, чтобы ты померила, будет вот такое вот пудровое, красивое платье. Но здесь мы сделаем акцент немножечко другой. Мы подберем к этому платью туфли, которые будут кардинально отличаться, и к ним также аксессуары, возможно, это будет пояс и тоже сумка. И вот такой другой немножко цвет. Здесь у нас очень хороший качественный шелк. Здесь есть хороший эффект объема на юбочке. И к этому наряду будут туфли практически в цвет, но немного отличаться. Тоже привлекать к себе внимание. Даже я скажу так, цвет этот будет как вот на отделочка на юбке есть тут сиреневая. Вот под нее мы и подберем сандали. Поэтому вперед в примерочную. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Прекрасно, у тебя очень красивые ножки, и тебе очень идет этот сарафан. Мне нравится здесь линия талии, его можно сделать покороче, потому что оно внизу на резиночке, как тебе удобно. Хорошо идут ботильоны. Я хочу сделать акцентом вот такой вот браслет тебе на левую руку. К этому наряду я подобрала тебе вот такую вот сумочку. Она небольшая, в ней нет ничего лишнего, и в то же время она выглядит роскошно. Очень будет подходить к твоим ботильонам. Я тебе советую ее в правую руку, потому что на левой у нас, да. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains, et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Ну что, тебе очень хорошо, тебе супер идет этот цвет, красиво. Я даже смотрю, что платье и туфли, они как бы живут каждой своей жизнью, но вместе очень хорошо сочетаются.
прекрасное на платье золотая фурнитура, поэтому я подобрала тебе вот такие вот золотые сережечки. Одеваем. И вот такую вот в очень похожей фурнитуре сумочку. Ну что, очень превосходно. Тебе очень идет этот цвет. Прекрасна вот эта часть платья, где есть объем. Оно совершенно не скучное. Это тот коктейльный вариант, когда, идя в любое место, ты будешь в полном выигрыше. Ты будешь на высоте. Мы дополняем ее вот такой вот сумочкой. Нельзя сказать, что она совсем в тон к твоим туфлям, но она выглядит очень круто. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Каждая настоящая женщина уделяет большое внимание выбору обуви, так как обувь не только дополняет образ в целом, а еще и способна изменить походку. Правильно выбранная обувь может даже визуально изменить пропорции тела. Поэтому я предлагаю здесь, в магазине Marlene, померить пару вариантов, которые будут золотой серединой между модной и удобной обувью. Очень круто, выглядит по-настоящему роскошно. Что я могу сказать? Тебе очень идет такой фасон. Ну, с твоей фигурой, наверное, вряд ли, мало того, что тебе не пойдет. Тебе классно. И здесь очень хорошо можно играть с этим воротничком, собирать. Ну, я на данный момент, так как у нас футболочка, предлагаю тебе оставить его так. Роскошно, очень красиво, здесь очень удобные прищепочки. Что в этой шубе интересно, то что здесь от темного цвета уходит к светлому, и это очень красиво. Это высокого качества норка, а такая шуба может прослужить очень много лет и быть действительно ярким элементом твоего гардероба. Bien mieux la route.
магазине «Дресс-код» мы подобрали два кардинально разных по цвету платья. Вот такое светлое в пастельных тонах и черное. Эти оба платья будут в стиле Коко Шанель. Ну, я думаю, ты это когда примеряла, уже сама заметила. Мы выбрали под нее очень выдержанные, скромные замшевые туфли и замшевую сумку. Они по цвету друг от друга отличаются, но в этом и изюминка. В том, что вместе этот комплект смотрится изысканно. Ну супер прям, тебе очень хорошо в этом платье. До 1926 года черный цвет считался траурным. Но после смерти любимого человека, известной модницы Коко Шанель, она создала наряд, это маленькое черное платье, которое за короткий период набрало огромной популярности. Классическое черное платье, маленькое черное платье, было немного ниже колен, с узким до локтя рукавом. Но за все это время уже столько раз оно перетрансформировалось, что теперь оно может иметь разные вариации. И это может быть и офисное, и коктейльное, и вечернее платье. Тебе нравится? Да? И здесь мы подобрали туфли с блеском, глянцевым блеском кожи и на красной платформе, чтобы они тоже смотрелись, ну, как-то вот игриво, более веселее. Очень хорошо. Дизайнеры утверждают в один голос, что в этом сезоне очень модна черная кожа. Но одной куртки для того, чтобы быть в тренде, маловато. Поэтому без юбки, брюк или жилета в этом сезоне не обойтись. Я неспроста выбрала этот наряд, потому что изюминкой сегодняшнего гардероба является платье. Сарафаны в кожаном исполнении. И здесь мы прекрасно подобрали блузку из натуральной шелковой ткани с прекрасным узором. Смотри на себя в зеркало. И к ней синие сапоги. Поэтому... Ну, все очень со вкусом и друг друга дополняет здесь. Тебе нравится? И к завершению образа я подобрала тебе вот такую сумку. Здесь очень интересная ручка. Moi je préfère ne compter sur personne. Еще одним трендом осень-зима 2012-2013 есть синий цвет. И особенно выигрышно он смотрится в сочетании с белым. Ну и как дополнение это ботильоны и вот такой вот клатч. В таком варианте ты можешь везде чувствовать себя комфортно, потому что он очень нарядный, праздничный, подчеркивает все твои достоинства и, более того, он очень удобный. В нем тебе будет комфортно, ну, в любой обстановке, в любой атмосфере, в любом месте. Мы подобрали нашей участнице интересный комплект на финальное дефиле. А сейчас мы сделаем маникюр на экспресс-маникюре.
Сегодня наши участницы, мы сделаем технологию шеллак. Это технология гибрид лак с гелем. Для начала мы подготовим ногтевую пластину, сделаем европейский маникюр. Подготовим свободный край, чтобы были ноготочки ровные и красивые, одинаковой формы. Декоративная косметика ставится ряд сложнейших задач. С одной стороны, они должны подчеркнуть все достоинства девушки, а с другой стороны, надежно спрятать ее недостатки. С этим справляется косметика Литуаль. Здесь наши участницы сделают макияж. Это магия превращения. Мы в шаге от финального дефиле. Здесь, в салоне красоты S-Studio, наши участницы сделают прическу. Для выбранного стилистом образа я могла бы рекомендовать прическу в деловом консервативном стиле с элементами плетения, что на сегодняшний день очень актуально и востребовано. Для работы мне понадобится утюжок, лак для волос, волокнистая паста и спрей для придания блеска волосам. Мои. Не верит, что ее не предам. От этой ненормальной любви я делюсь пополам. Сегодня... Привет! Здравствуйте. Здравствуйте! Расскажите о цели вашего визита в Винницу. Не поверите, сегодня день рождения маги-центра, и мы нас пригласили, и мы с удовольствием приехали сюда. Вот, тем более, что мы в Виннице уже давно не были. Спустя 2 года мы обратно приехали, поэтому мы рады. Мне кажется, надо чаще приезжать в Винницу. Ну да, нам тоже так кажется. Не все это зависит то от нас. Надо чаще искать повод для приезда. Да. Часто посещаете торгово-развлекательные комплексы вообще помимо повседневной жизни? Я не могу сказать, что часто, но там раз в неделю, раз в 2 недели выбираюсь, потому что надо либо для дома что-то купить, либо там из вещей посмотреть. За продуктами у нас рядом супермаркет, поэтому, ну, у меня рядом дома. Смотря, в принципе, по настроению, по потребностям, что тебе нужно, если что-то сильно нужно. Просто мы живем в центре, у нас больших торговых центров нет. Ну, в центре. Такое масло-масляное получается. Они все на крайне, ну, не, на крайне спальных районах находятся. Туда ехать просто не нужно. Да, поэтому мы как бы, и когда, конечно, когда нужно что-то купить, мы выезжаем. Как часто обращаетесь за помощью стилистам в создании образа? Очень редко сейчас. Раньше с нами работали такие стилисты, как, ну, дизайнеры, как Луви. И они нам помогали, как-то рассказали. Но... со времен проекта. Да, мы набрались опыта. И потом, в конце концов, сейчас очень редко, только когда нужно пошить костюмы, либо, ну, насчет причесок стилисты, типа там прически, внешний вид, но нам не нужны, потому что все делается. Вы сейчас кайфуете от своей вот такой вот жизни? Но... К этому вы стремились? Получаете удовольствие от того, что в данный момент делаете? Вы знаете, в принципе, конечно же, мы получаем удовольствие, потому что мы делаем не то чтобы работу, не хочется это назвать работой. Мы действительно занимаемся любимым делом,
И мы действительно делаем то, что нам нравится, то, что нам по душе. Конечно же, мы можем долго капризничать, говорить, что ой, там опять куча людей, но на самом деле это очень приятно. Без этого, наверное, хуже, когда ты приходишь на автограф-сессии, люди, мы здесь. Или как мы сегодня рассказывали, просто моделировали ситуацию, что если вот там парни говорят, там ведущие объявляют, группа Диафильма, и мы такие, ребята, мы, извините, можно немножечко посторонним? Мы здесь просто, мы здесь. Это мы Диафильма. Ну, конечно, это приятно, это значит, мы все правильно делаем, и нужно делать еще больше, чтобы еще больше было. Ясно. Но я думаю, что всех вот этих людей волнует один единственный вопрос. Вы все еще хотите жениться? Жениться мы еще не хотим, и я думаю, что в скором времени такого не будет. Вот. Но это Вадик говорит за себя. У меня все может быть, не знаю. Когда женитесь, будете петь, я уже женился? Сейчас смотрю. Давайте девушку проведем, потому что она сейчас там умрет. Не, ну на самом деле, о чем говорили, что эта песня гимн тому возрасту, который там 40 лет мы могли бы петь. И хотелось бы, чтобы люди 40 лет себя чувствовали такими же максималистами, которые хотят жениться. Да. Ну и напоследок, в нашей программе мы создавали образ новой нашей участницы, ее зовут Аня. Я хотела бы, чтобы вы ей что-то пожелали на пути ее перевоплощения. Мы не знаем, как Аня выглядела. Мы не знали друг друга до этого лета. Да. Но можем сказать, что как мужчины, да, даже с точки зрения там артиста и вида. Ну как мужчины? Мужчины, вы выглядите потрясающе. Действительно, и очень красиво все. Я вообще, честно, опешил его, когда увидел вас. Я не знаю, я не видел, как вы выглядели до перевоплощения, но в данный момент вы выглядите как... Не знаю, я думал, что вы вторая ведущая, и все это время, но почему вы молчите? Вы выглядите как Скарлетт Йоханссон, но даже лучше. Очень хорошо вам так, я думал, придется держаться этого стиля теперь до очень долго, да. Спасибо огромное, вы классные. Спасибо вам. Спасибо большое. Взаимно. Зачем тебе нас знать? 100 раз задавать вопрос. Любовь меня на части поделила. Зачем тебе это знать? Поверь мне, что я всерьез. Тебя один выдерживать не в силах. Здравствуй, Винница. Я поздравляю вас всех с праздником. С днем рождения торгово-развлекательного комплекса «Маги-центр». Это лучший торговый комплекс. Сегодня так совпало, что мы празднуем и день рождения, и снимаем одновременно программу, поэтому я вышла на эту сцену с участницей и хочу, чтобы она с вами поделилась впечатлениями. Привет, Винница! Меня зовут Аня. Я хочу сказать большое спасибо торгово-развлекательному центру «Маги-центр» и, конечно же, моему любимому телеканалу «Вита» за этот прекрасный день, за тех профессионалов, которые сегодня со мной работали. Я обязательно буду прислушиваться к их советам и использовать их каждый день в своей жизни. Девчонки, принимайте участие в этой программе, оно того стоит. Спасибо большое за аплодисменты. И я хочу пригласить всех девочек для участия в программе. По нервам электрический ток. Она опять спокойна, как лед. Вопросов бесконечный поток. До беды доведет. Я буду по течению плыть и ждать, пока душа не поймет, какая половина меня до конца доплывет. Зачем тебе это знать? 100 раз задавать вопрос. Любовь меня на части поделила. Зачем тебе это знать? Поверь мне, что я всерьез. Совет, как всегда, один. Носите смелую одежду, ломайте стереотипы. До встречи на телеканале «Вита» в «Магии превращения».